Я за Сашу. Отболелся, я за Сашу. Вы ограбили банк, на камерах было все записано. Я полез. Было все записано. Вы на камерах ограбили банк. На камеру бы. Я не понимаю, где вы. Еще как найдем. Вот. Нашли. Мы видим тебя. Мы видим тебя. Там на голову идут, где набит зажигать. В стене. Ты до него не дотянешься. Поняли, никакого динамита. Спасибо. Блин, как он через эти дырки сцены? Я не понимаю. Нужно уйти его. Мы найдем вас. Еще как найдем. Найдем тебя. Еще найдем. Еще встретимся. И ты будешь в тюрьме. А увидишь в следующей серии, если она наберет 4 лайка, то вы следующей серии, как мы ловим Сашу Игоря за то, что он обокрал банк. Да пошли вы! Нет, я ничего не ограблял! На камерах было все записано. На камерах. Еще скажи, что их кто-то подделал. Тут ничего не осталось, все сундуки украдены. Целые сундуки. Но ты отомстишь. Ребят, мы найдем его. Оказывает, я думал, что он не будет предателем, а он готов. Сначала вот дойди, а потом будет говорить, предатель или не предатель. Он предал нас. Бог. Ничего не предал. Ты паук. Он за мной было два паука, я с ними разобрался. Понятно? А у меня был рядом Криглер. Это человек защищает. Полиция защищает. Отворишь. Мы ее улучшим, как эти два дома. И вот как этот сделал. Я вижу вас. Этаж. Я вижу вас. Да я вижу. Давай, прощай. Попрощаться хочешь? Калеб, ты чё ленивый такой? Догоняй его! Догоняй! Я же сказал тебе! Догоняй! С пауками даже лень разбираться.
серый железный блок. Висеть? Да. Где висеть? Ты что, зацепился? Да. Ну ты поймался. Вот и поймали мы тебя. Тебя на стене нет. Да я возле мэра. Я понял. Мэр вообще-то в отпуске. Я у него дома. Мне можно. Мне можно. Ребят, короче, всем пока. Встретимся в следующей серии. Поймаем. Всем пока.